Маршрут давно отработан, а что вести, значения не имеет. А сколько дней займет подготовка? Да хоть завтра. Кого повезем? А это вам. Знать не надо. Через какое время человек окажется в Афганистане? Через 70 часов, как будет у моих людей. Что ж, будьте готовы. Всегда готовы. Только деньги вперед. А насчет этого не стоит волноваться. Бараны? Или меня за барана держат? Доброй ночи. Добрый. У нас все готово. Вот на этот аппарат я вам завтра утром отправлю фотографию нашего клиента. Что еще? Всех остальных, кто будут рядом, ликвидировать. Все? Да, и Томас просил передать, что он забудет о деньгах, которые вы уже получили. Садись. Добрый вечер. Надеюсь, в этот раз у нас более приятное известие. Как сказать? Мне снова нужны ваши люди. Я же потерял 6 моих людей. Преданных друзей. Алекс, а вы когда-нибудь сидели в изоляторе? Но если вы снова нам окажете услугу, у вас больше не будет проблем с видом на жительство, а также с вашими банковскими счетами. А у меня есть проблемы с моими банковскими счетами? Времена трудные. Доверять никому нельзя. Итак, к делу. Мне нужны специалисты по прослушке и десяток человек, владеющих оружием. И что же они будут делать? Ну, скажем, они должны захватить некий груз и передать его нам. Ну, для начала я хотя бы должен знать, что это за груз. Ваши люди должны быть в моем распоряжении к утру. Вы забыли портфель? Нет, это вам. Почитайте на ночь глядя. На случай, если передумаете. Ну, разумеется, это копия. Открой. Привет, Петя. Здравствуй. Знакомое место. Только положение для тебя новое. Сдать меня хотел? А смысл? Либо живой тюрьмой, либо к тебе на стул. Ну да, ну да. Ладно. Родных твоих я обеспечу, ты меня знаешь. Только может быть и по-другому. Что надо? Бегает один из твоих. Погоняла рыба. По базе не проходит, но ищет его. Ищет. Так вот, было бы хорошо, чтобы мы его раньше нашли. И все? Ну, все для того, чтобы ты спокойно ушел. Седрин, Эрик, бывший спецназовец ФСБ. Точно? Давай уже заканчивай. Хорошо. Ладно, давай, брат. Не держи на меня зла. Через пару часов я буду знать, где находится ваш человек. И, разумеется, я приготовил деньги.
Но собрать 1 000 000 долларов наличными, ух, нелегко. Да. Сегодня же начинаем операцию, мистер Томас. See you soon. Ну что же он не звонит? Он точно позвонит. Должен позвонить. Точно? Точно, да. Он, ну, обещал позвонить. И он знает домашний адрес этого человека? Да, да, знает. Знает? Знает. Так это здорово. Hello, my friend. Деньги мы передали, так что ждем дальнейших указаний. Да вот, сворачивайся. Слушай, от этого никакого толку. Пробей фотки и быстрее. Ага. Берем только жену. В доме должна еще бабка быть. Невеста, может быть. Затеяла здесь. Охраны не было? Нет, хвоста за ним нет. Отбой пока. Оставь их. Стоп. Не стулься, вот так ровно плечи держи. Не может быть, чтобы семью никто не хранил. Проверить? Не, не надо. Один раз уши сунем, перекроют все. Не время еще. Ясно. Значит, он в курсе, что его пасут. Хорошо. Зайдем с козырей. Прикрыли, но электронная база могла оказаться в конторе. На меня они могут выйти? Говорит, не должны. Ладно, скоро им будет не до этого. Готовь людей. Наталья Робертс. Дочка Николая Жутова. Он обеспечивает трафик наркотиков из Афганистана в Европу. Сотрудничает с Сирилом Хаузером. Это генерал американской армии. И большой друг Томаса Гембицки. Мерзавцы. Опередили батьку. How are you, Thomas? Как дела, Томас? Я вам все прислал. Да, я получил координаты объекта. Ну что ж, завтра начнем. Если не секрет, как вам удалось? Ну что, боец, победа все равно будет за нами. Семья есть семья. Мне можно родину продать, не то что какого-то американца.
Слушайте, Николай, мы не можем допустить, чтобы он снова исчез. Да не волнуйтесь, Томас. Вы же работаете со мной. Семья волшебника у меня. И через полтора часа он сам привезет вам вашего Айстена. Вот. Что так долго? Вы ушли? Ушли. В мир иной, ты скоро туда отправишься, мразь. Гляди, товарищ полковник. Давай, гляди. Квази. Да. Айстен дает интервью. Как вы это объясните? Да никак. Не двигаться. Звони адвокату. Угу. Жутов Николай Петрович, вам необходимо проехать с нами. Жутов. Гнил до конца своих дней. Гнил до конца. Я тебя гарантирую. Откуда же вы берете такие? Что же вам не хватает-то? Хотя, ты знаешь, я лет 15 назад таким же был. Скажи мне, полковник, когда ты последний раз мир видел? Весело. Разговор будет короткий. Мне нужен твой заказчик. Заказчик? Это кто? Томас Гембицкий.